На черзі імпровізація не своїми руками, в якій прийме участь Стас Боклан. Зараз Стас і Рома готуватимуть якусь страву, яку саме ми зараз придумаємо, але робити це вони будуть не своїми руками, а руками Валіка і Кості. Завдання Роми і Стаса – приготувати страву до кінця. Шановні гості, давайте придумаємо назву цієї страви. Народне батькове соте. Народне батькове соте готують Стас і Рома. Отже, імпровізація не своїми руками. Поїхали. Привет всем. Наконец-то мы в эфире. Дайте нам энергии, Хватит энергию. Я обычно танцую всегда. Я вначале танцую всегда. А по ней, конечно, нужно. Зайчик. Ну, Стас. Итак, соте. Я люблю вообще соте. А какое мы соте готовим? Соте от бати. Батя, начинай. Для этого берем две сосисочки. Бери связку, мне не жалко. А, рви. Две. Договорились, две, так две. Хорошо. Вот так. Слушай, я всегда любил Чака Норриса. Чака Норриса? Да. Ты есть Чак Норрис кухни, Стас. Стас, я пока украшу себя сосисками. На всякий случай, вдруг еще. Стас. Ну, как обычно. Мы это, я надеюсь, ускорим. Так, берем сосиску, очищаем от пленки. А, тут все ты сосиски. Две сосиски выдавливаем. Кстати, не нужно разрезать клеенку. Не надо выдавливать. Это лучший метод. Конечно, вы не портите ничего. Сосиска целая. Ну, это же наслаждение. Легкое выдавливание. Кстати, я люблю соте с этими самыми. Стас, что мы... Ты знаешь, в определенном возрасте играешь в определенные игры. Да. Игры от бати. Ну, так сказать. Да. Игры те же, значения разные. Да. Стас, расскажи, как ты добыл нам еду эту? Еще раз, я не... Ага. И люблю, когда сосисочка заходит. И сюда... Стас, и сюда все сосиски заходят, да? Через эту дырку, да? Закрылась, Стас, закрылась. Так, я возьму один пакет. Кстати, пакет это будет основа. Открой пакет. Так, подожди, сейчас я найду. Я очень нервничаю, Стас. Это дно. Давай, Стас. Это дно? Пока то, что мы делаем, да. Итак. Да. Красиво выбросил. Начало соте. Оп, и туда же сосисоны. Так, брось. Вот сюда. Да, вот так, брось. Вот сюда, пусть рядышком будет, а я же... Я бы с чесночка начал бы. А давай с чесночка. Да. Стас, дай мне чеснок. Бери. Я что-то приболел. Да. Я не... Блин, зачем я сказал, что я приболел? Нет, я здоров. Для профилактики. Надо пожевать чесночок. Для профилактики. Да. Почищу чесночок. А до сата мы еще дойдем, я Конечно, чувствую. Дай бог. Итак... Да. А если у нас жидкости? Этого достаточно? Вкусно? Стас, конечно, попробуй. Попробуй. Конечно, выдави себе. Стас, а чесночок-то хорош? Ладно. Блинчиком. Вытрись блинчиком. Итак, Стас, нам на свидание не идти, поэтому... Как не идти? Тебе не идти, мне идти. Стас, тогда возьми сальцо. Спасибо. Тебе на щечку, смотри. Спасибо. Да. В порах лица много сальных желез. Теперь у тебя, Стас. И я себе одну. Стас. Да. Верни. Я, кстати, так однажды пролежал... Кстати, здесь неплохой кусочек у меня есть. А что ты делаешь? Сейчас буду приклеивать тебе его. Приклеивать. Стас, сало в шоколаде. Попробуй. Хочу. Попробуй. Стас, подожди. Украинский вариант. Оп, печать дебила на меня поставил. Правда вкусно? После чеснока все вкусно, Стас. После чеснока. Итак, вернемся к блюду, Стас. Давай. Все-таки соте от бати. Я лоб вытру. Сейчас, я рукой. А, нет, не рукой, конечно, мивиночка, это здорово.
значит... Стас, о, все-таки начнем с соте, да? Сырые вареники или пельмени? Ответь мне. Бери два, бери два. Жаль, нет кипятка. Я... убил меня в висок. Стас, убиваешь на повал. Я убил тебя рецептом. Так, я пока покрошу вермишель. А, так вот. Стас, ну не разбрасывай. Да, давай, добавляем. Так, вот. Кстати, я все время стою, а у меня сало во рту все время. И я разговариваю спокойно. Стас, это будет нашей маленькой тайной. Это на память. Я люблю, кстати, вот проснуться вдруг, опа, и сальцо. Стас, я знаю, что я тебе подарю цепочку, повесишь это на. Скажи, я тебе так больше нравлюсь? Стас, ну ты и спрашиваешь. А вот так, Стас, кстати. Стас под квашеной капустой, да. Давай, это твердый мед, Стас. Конечно, пальчиками. Все, сюда добавляем мед. Стас, да, я напомню, подожди, мы подожди, подожди, секундочку. Смотри. Подожди, Стас, я походу заболел. Много. Добавляем немножко. А, кстати, мы используем соки. Оранж-джуйс. Перемешиваем все. Раньше у меня так получалось. Стас, я возьму это в руку как микрофон. Я возьму это как микрофон, и это, Стас, давай, только я, что я, это да. Был раунд. Да. Это раунд. Не знаешь? Нет. Это наша фишка. Давай. Так, добавляем в блинчики, размазываем все. Подожди, добавляем сверху, накрываем петью, подожди, блинами. Подожди. Это да, же Стас. Соте. Блин. Виноват, Стас. Да. Заново готовим. Давай. Начинаем с рыбы. Конечно же, в соте это рыбное соте. Стас, как хорошо. Я просто не увильнулся. Беру, была рыба. Была рыба. Селедка рыба называется. О, почему ты ее гладишь, Стас? Ну как? Это же моя рыба. Стас, ты, похоже, к ней привязался. Нам ее еще есть. Мы дружим с ней. Как на соленость, Стас? Она сладкая. Сладкая? Это из-за меда на всем твоем теле. Из-за сала, которое кстати, греет мое сердце. Вот так вот мы маринуем рыбу. Берем и макаем в мед на лице. Что-то все ты увидел, все-таки селедка да? С молоком – это наш рецепт соте. Наш рецепт заливаем молочком. Так сказать. Хорошо. Стас, что с тобой, Стас? Никак, ну попробуй заливать. А что это за бульон получился, Стас? Это вкусный. Хочешь попробовать? Нет. Глоточек. Нет, Стас, я... Слей все в пакет. Мне к тете в Житомир ехать. Кстати, ничего страшного, ничего. Кстати, я люблю взбалтывать перед употреблением. Конечно. Чтобы все перемешалось. Я пока кабачковую икру возьму на огурец и я... Что не так, Стас? Не наоборот. Мне кажется, что все так. Основа соте – это кабачковая икра. Но с сегодняшнего дня – да. Все-таки едем тетя в Житомир, да? Да, оставь. Да. И выдавливаем. Сюда. Вот. Я мало проделал. Ой, как... Стас! Ты мало проделал, старик. Проделай как... Да. И сюда. Откуда показалось? Неплохо. Все, что мы делаем, неплохо. Я знаю. Давай, все-таки... Мы причиняем кому-то вред, Стас? Нет, только себе. Мы вредим кому-то? Нет, только себе. Мы наркоманы? Нет. Мы проститутки? Здравия желаю. Стас. Да. Я положу блин сюда. Да. Потому что мы... Все-таки икоркой должны закончить эту историю, да. Красная икра! Красная икра! Наконец-то! Ура! Я эти руки... Да, я эти руки играю 10 лет, дай мне игры! Руки! Руки! Угости Стаса.
Извини, Стас. Стас, все тебе. Я что, буду смотреть, как он ест? Мне завтра работать. Стас, поделись. Я... Чего это? А, да, на, запал. Кстати, хотелось бы фруктов немножко. Это не сатэ. Все, что не сатэ, нафиг. Да. Что, кстати, по рецепту, кстати, Стас? Кстати, капуста нафиг. Капуста что нафиг. По сатэ? Стас, мы сделаем сатэ или нет? Внимание, Стас! Стас, говорит с тобой генерал кухни! Стас, доложи о сатэ! Больно. Больно? Вот это было? Не, вот это вот. А, вот это вот? Да. Спасибо, это Стас. Тебе. Все, я что? Буду это хранить, Стас. Да, Стас, так. Все-таки мивинка, да? Стас, а вообще, как начинал-то? Спасибо, Стас. Не, подожди. Я знаю, ты это ради меня. Ты скучаешь по семье, да? А давай все заберем, Стас. Давай все заберем.